Нефтеюганске к запуску готовят новую фильтровальную станцию. Накануне на объект доставили первую партию отечественного оборудования из Томска. Это водомерные узлы и несколько комплектов модулей интенсивной аэрации и дегазации. Они позволят подготавливать воду, которая идет с водозабора к фильтрации. Напомню, станцию планируют ввести в эксплуатацию в феврале следующего года. На объекте уже выполнили больше 30% работ. Вскоре по плану здесь появится 50 фильтровальных установок. Уже ранее было получено 2 компрессорные станции. То есть сейчас это оборудование будет разгружено, сразу заводится в цех, ставится на готовый фундамент, который уже забетонирован еще несколько месяцев назад. Ну, корпус у нас уже сделан. Следующее оборудование будет идти уже в сентябре, в конце вполне возможно, но в начале октября. То есть оборудование будет сейчас постоянно подходить с тем, чтобы комплектовать. Потому что мы по плану в феврале месяце должны закончить работы. Ну и плюс еще 2-3 месяца это у нас пусконаладка, отлаживание технологических процессов.